Сержант полиции, проникающий пулевое ранение. Кровопотеря. Значительная, Марина Витальевна. Давление меньше 50, продолжает падать. Как вам дальше нельзя? Ну что, девчонки? Все готово, Борис Анатольевич. А Алексей Владимирович? Вызвали? Идет. Прекрасно. Николай Родионов, 23 года, пулевое проникающее. Отлично. Леш, нужна будет твоя помощь. Возможно, позвоночник задет. С этим позже разберемся, Борь. Это самое, не давайте сейчас, я. Сейчас, Жор. Сердцем плохо. Знаю. Давление падает, Алексей Владимирович. Идем на торакотомию. Нож. Сушить. Расширитель. Алексей Владимирович, обширное внутреннее кровотечение. Геморрагический шок. Леш, подмени меня. Не вижу ран. Давай. Давления нет. Есть. Нашел разрыв. Видно же. Левом желудочке. Шить. Давление стабилизируется. Так. Ритм нормальный. Пулю найдешь? Ага. Пулю мы теперь найдем. Все молодцы. Заканчивай, Борь. Угу. Перитонит. Доктор, а может не надо? Уже ничего не болит. А вот это плохо, что не болит. Давайте. Галина Кондратьева, 46 лет, разрыв селезенки. Отлично. Никодимова Света, 12 лет, множественные переломы, внутреннее кровотечение. Отлично. До вечера. Да, дорогая. Конечно, зарядил. Да, да. И зарядку на всякий случай с собой взял. Какие? Нет, конечно, никаких сладостей. Витамины? Витамины не забыл. Вот, послушай. Вот они в кармане. Слышишь? Ага. Да, я тебя люблю. Ну, пока. До встречи. Пока. Доброе утро, Михалыч. С возвращением. Доброе утро. Доброе утро, Сережа. Ой, доброе утро, Иван Михайлович. Доброе утро, красавица. Это вам. О, спасибо. Спасибо. Разряд! Возвращением, Михалыч. Что бы это мне накатило, это не повод. Неделями из больницы носа не казать. Кофе?
Сядь. И сколько тут безвылазно? Самого моего отъезда? Да нет, дня три. Лёш, ты мне сознание не деформируй. Я твою машину видел. Иван Михайлович, я вообще-то заведующий отделением. Да? А я главврач больницы. Так что мне теперь и самому сюда переехать, и жену перевезти? Вот, Валентина Львовна обрадуется. О да. Ладно, пошутили, хватит. Работа, работа, и отдыхать тоже надо. Неделями от стола не отходить, это неправильно. Хирург должен отдыхать. Ты это лучше моего знаешь. Лёш, ты молодец. Таких хирургов, как ты, один на миллион, а может даже на миллиард, кто знает. Загрустил, затасковал. А здесь, в больнице, у всего есть смысл. Вот именно. Есть смысл. Лёш, ты думаешь, я этого не знаю? Я сам бы здесь и дневал, и ночевал. А самое главное, сынок, в чем смысл? Не просто жить, а чувствовать, как живешь. Понимаешь? Угу. Ты что планируешь на выходные? Я настолько вперед не заглядываю. Да? Ну, тогда я за тебя загляну. Сейчас. Александр Константинович, вы видите вот этого типа? Так точно, вижу. Вот и хорошо, что видите. Значит так, чтобы до понедельника его и духу в больнице не было. Если узнать, что впустили, уволю. Вас уволю, Александр Константинович. Вы меня знаете. Слушаюсь. До понедельника? Да, да, до понедельника. А если срочный? Ну да, если срочный, другое дело. Но если без тебя не смогут обойтись и вызовут, тогда да. А в остальном отдыхать. Ну, накатило, съешь мороженого, не знаю. Ну, сходи в кинотеатр, навести друзей, родителей. Они наверняка забыли, как ты выглядишь уже. Да, и между нами. Девушка хотя бы и на одну ночь еще ни одного мужика не делала несчастным. Я такими вещами не интересуюсь уже давно, сам понимаешь, жена. Но чисто теоретически мне кажется, что я прав. Значит, мороженое, кино, родственники, да. Друзья, женщины. А обязательно в такой последовательности? Лёшенька, в любой последовательности. А, можно. Главное, отдохни. Угу. Да, и помой машину. Смотреть больно. Можно применять для поддержки? Если что, обращайтесь. Секундочку, мы тогда четверг заберем всю партию. Спасибо вам большое. Была рада. Всего доброго. Алексей Владимирович! А? Алексей Владимирович, добрый день. Добрый день. А вы меня не помните? Я Ирина Алиференко. Мы с вами встречались на конференции по обезболивающим. Компания Medical Nice. А, простите, Ирина. Просто Ирина. Угу. Вы что-то хотели? Ну, в общем-то, да. Я еще хотела там с вами поговорить, но... Вы знаете, у вас очень интересные мысли, даже несмотря на то, что вы жутко разгромили нашу компанию. И я бы хотела... Слушайте, сегодня премьера в драмтеатре, и мне вот буквально недавно принесли билеты. Давайте мы с вами сходим на спектакль, а потом сидим и поговорим. Простите, Ирина, но... Давайте как-нибудь в следующий раз, а? Конечно. Угу. А чтобы в следующий раз состоялся, вот вам моя визитка. Я вам уже давала, но вдруг вы ее потеряли. Угу. Хорошо, спасибо. И звоните сегодня, если передумаете насчет театра. Я буду ждать. Угу.
Алло, Марин, привет. Как там у нас дела? Все в порядке? Алексей Владимирович, да, все нормально, честно. Все хорошо, отдыхайте. Так а может... Давайте быстрее, быстрее! Зал еще вчера, что я должна этим заниматься? Это твоя обязанность, и спрашивать я буду с тебя. Да, все. Я поняла и уже выезжаю. Почти. Да. Конференц-зал. Прайсы в красные папки. Доброе утро. Доброе утро. Кофе? Да. Мне уже нужно идти. Пока. Звони. Пока. Анжела! Анжела! Не пускайте папу! Не пускаем папу! Не пускаем! Здрасте, доброе утро! Как это не пускаем? Все же можно не пускаем! Тихо, тихо, тихо! Что это такое? Анжела, дети, ну! Все ко мне! Подходим, подходим! Зайчики, давайте, давайте! Молодцы! Три, четыре! Сюрприз! Сюрприз! Не понял? Сюрприз! Папа, сюрприз! Ну, какой сегодня день? Сколько лет ты работаешь в скорой помощи? Не помню. А что? Дорогой Борис Анатольевич, поздравляем вас с 20-летием работы в Центральной больнице скорой помощи. А следовательно, с чем, дети? Пенсионер! 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 Ура! Понял, это вы... Ты сейчас пошутила? Ну, Боря, ну какие шутки? Ты у нас оперирующий хирург. Твой стаж, учитывая сложности напряжения на рабочем месте, рассчитывается где-то год за полтора. Так что поздравляем тебя, наш любимый пенсионер. Поздравляем! Поздравляем! Давай, 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 давай! Дети, всем есть торт. Я тебя на работу отвожу, хорошо? Дети, пойдемте, пойдемте. А ну как кто первый за стол, тот получит самый интересный. Так, положиться в 19 дней. Она мне за страсть. Вообще же совсем меня Алексей Владимирович к столу не подпускает. Однажды, это самое, обо мне вспомнят в какой-нибудь телевикторине. А назовите хирурга, который не провел ни одной самостоятельной операции. А? Жори! Не тревожься так, Жорик. Еще наоперируешься. У тебя времени не то, что у меня. На. Хочешь тортик? А.
Время. Где? А вот меня, коллеги, жена сегодня с пенсией поздравила. В каком смысле с пенсией? А в прямом. Я, оказывается, уже 20 лет практикую и... Так вас что, это самое, тю-тю? А когда уходите? А я вот думаю... Добрый день. Вау. Добрый день. А вы же доктор Канин? Борис Анатольевич. Добрый день. Здравствуйте. Я ищу вашего коллегу Баженова. Алексей Владимирович сегодня выходной. Выходной? Вот как. Так это же замечательно. Спасибо большое. Девушка, а вы знаете, почему бумеранг нельзя продать? Ну, должно быть потому, что он всегда возвращается к хозяину. Точно. А между нами ж только общего. Может, это самое, сходим куда-нибудь, кофе выпьем, это самое, вдвоем, вечером. Это очень заманчиво. Ну, нет. До свидания. Вадим, я понимаю, вы меня жалеете, но не до такой же степени. Вы... Просто вы так смеетесь, а я смотрю-смотрю, не могу понять, с чего именно, смеяться-то не с чего. Да ясное дело, это худший фильм, который я видела в своей жизни. На эту фигню разве что форель с перепугу бросится, честное слово. Об этом даже Хемингуэй писал. Я догадываюсь. Хорошо. Вот. Ну, я слышал о твоей выслуге, я тебя поздравляю, понимаю. Ну, зарплаты у нас не ахти какие, у тебя 6 детей, так что если надумаешь частную клинику, я возражать не буду. Да и характеристику получишь, ну, просто идеально. Иван Михайлович, подождите, то есть вы считаете, что ни на что серьезно не способен и могу за деньги только всякой мелочью заниматься? Боль, да я не это имел в виду. Извини, спешу. Если это худший фильм, который вы видели, то почему вы смеетесь? Так я просто играю. Тут сюжет капец какой банальный, но все не по-настоящему. Люди, которые придумывали все это, никогда не влюблялись. Не упускайте свой шанс. Я понимаю. Вы испытываете постоянное чувство вины перед такими, как я. Ну? Перед что? Бедный. Что дальше? Убогий. Дети этого не замечают, и хорошо, но нам с вами общаться не обязательно. Да что с вами такое, Эрин? Я просто прикидываю, что будет дальше. Вадим, я прошу вас, оставьте меня в покое. Послушайте, я ничего не понимаю. Арина. Сейчас. Ариночка, открой дверь, я открою дверь. Так. Уходите. Я беру самый банальный сюжет и... Вот он, пожалуйста. Я больше никогда не хочу вас видеть. А? Вот, например, сейчас. Сейчас она будет бить посуду. Ну, давай, милая, давай. Ну. И... Ну да! Я понял. Ну это отличный способ для того, чтобы смотреть такое кино. Ну так а я о чем? Я влюбляюсь в моей жизни. Секундочку. Сейчас. Один стрих. Вот. Сударь, прошу. Ох, Ю! Ну как? Да. Это то, что надо. Благодарю вас. Ну что, халтурщик, доволен? Вполне.
Позорище. Это лучший выпускник академии. Знаете, мадемуазель, по-моему, и вы здесь стоите. Если бы не твое больное сердце, я ни за что не стала бы позориться. Ну, разумеется, толкалась бы сейчас среди своих сумасшедших сюрреалистов. Это космизм. А что это за направление в живописи? Это что, искусство? Ну, непонятно, где голова, где пятая точка. Халтурщик. В общем-то, благодаря моим халтурам мы и живем. А вот вашу мазню, мадемуазель, купили, дай бог памяти, всего лишь два раза. И то из-за рамок. Что? Из-за рамок? Ой, ой. Володя, ой, ой. Володенька, скорую. Вызывайте скорую. Не нужно, не нужно. Сейчас отпустит уже. Сейчас отпустит. О, отпустила. Так, все. Я так больше не могу. Я звоню Лёше. Ну, перестань, перестань. Ну, может быть, он сейчас оперирует. Ну, что там? Как всегда, не отвечает. Ну, я же говорил, он оперирует. Я тебя люблю, мой изумрудик. И я тебя люблю. Волтурёныш ты мой. Привет. Добрый день. Чувствуете? День удался. А, это потому что нашей Горгоны Витальевны не видать. Что? Простите, извините. Не нужно! Я же это самое, помочь хочу. Руки уберите. Да, говорят, в жизни нет настоящих сюрпризов. Жорик, идемте со мной. Быстро! Значит так, по инструкции, все свободные интерны попадают в распоряжение старшей сестры отделения. Идемте со мной. О! Прошу. Простите, но ведь этим даже не медсестры, этим санитары должны заниматься. Ну да. Санитар, разнесите по палатам. Простите. Извините, если я вам не нравлюсь, можете этого не скрывать. Я и не скрываю. Наталья, я вообще не понимаю, как такого несерьезного молодого человека могли взять в медицинский вуз. Алексей Владимирович не допускает вас к самостоятельным операциям и правильно делает. Я поддерживаю его на все 100. Я... Судя по всему, жутко боится всего, что связано с медициной. Наташа, пойдем с нами. Заявляет, что ляжет на стол только если его будет оперировать доктор Баженов. Да что хоть у него? Аппендицит. Боюсь, что перитонит. Времени немного. Угу. Вы позволите? Пойдемте. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Доктор Баженов. Все, все, обнял и в закат. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Ой, я, конечно, много бездарных фильмов посмотрела, но это... Да, давно я так не смеялся. Вот фильм и закончился. Ну да. Константин Эдуардович, у нас все хирурги достойные. У вас нет причин для беспокойства. Вот доктор Канин, один из лучших специалистов страны. Мне не нужны никакие Канины. Где доктор Баженов? Ну, мы теряем время. Ну, в первую очередь, ваше время. Вы, наверное, не поняли, кто я. Сейчас не важно, кто вы. Сейчас важно, что будет с вами дальше. Алло. Миша. Да. Извини, что опять. Слушай тебя. Что случилось? Побеседуй, пожалуйста. Ну, давай. Профессор Вас, министр здравоохранения. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуй, Иван Михайлович. Прошу тебя, дай этому, короче, дай ему все, что он хочет. Ты же в этом году планируешь обновить оборудование?
Ну так вот, получишь все по списку и даже с горкой. Только прошу тебя, сделай. Все сделаем. Спасибо. Ну что? Найди Баженова. А я предлагаю продолжить вечер. Знаю отличный ресторанчик. Тут недалеко за углом. Подожди, это не у тебя телефон звонит? Да, да, у меня, но это не важно. Ну что, идем? Не знаю, не берет. Звони еще раз. На домашнем тоже никто не отвечает. Иван Михайлович, давай я сделаю эту операцию. Ну не могу я дозвониться и все. Не берет. Операцию будет Баженов делать. Звоните. А я, между прочим, с незнакомцами по ресторанам не хожу. Хорошо, Алексей. А я Аля. Вот и познакомились. Да. Так что, идем? Слушай, ну опять звонит, ответь. Прости. Да, Марина. Наконец-то! Леш, тут ВИП какой-то тебя требует. Васильич рвет и мечет. Да, я понял. Готовить операционную? Конечно. Да, я выезжаю. Ждем. Да, давай. Что, накрылся наш ресторанчик? Вообще-то нет. Эй, эй, ты что делаешь? Замри. Оп! Это для контакта. Ставишь телефончик? Спасибо. Привет, старина. Как осторожно, это? Алексей Владимирович. О, Маш, наш телефон. А вы сегодня из-за ваших VIP-капризов могли умереть. Что? Что слышали? Эту операцию мог сделать даже интерн. Скажите спасибо, что в городе такси работает. Увозите его. Алло, Аль. Привет. Да, я. Ну, что у нас? Ой, у Алексея Владимировича девушка. Угу. И, судя по всему, это серьезно. Я таким воодушевленным его видела только за работой. Привет, Аль. А я уже на месте. Когда ты будешь? Хорошо, жду. Да, давай. Да. Здравствуйте, это лимузин прокат. Хотели подтвердить бронь? Да, лимузин к 10 часам, к ресторану. Шампанское, фрукты желаете? Ну, да, все остальное как полагается. Все, хорошо, спасибо. Романтика, по полной программе. Музыка. Да, 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 да. Да? Леш, привет. Слушай, ты не хочешь сходить на выставку? Я конкретно не знаю, что там будет, но… Думаю, очень интересно. Мне друзья достали билет по большому блату. Ир, давай как-нибудь в следующий раз. Леш, так выставка скоро заканчивается. Вот, потом как-нибудь созвонимся. Я сегодня не могу. Все, 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 пока. Леш! Привет! Спасибо. Как думаешь, казан-кебаб из домашней птицы здесь подают? Чего? Говорю, казан-кебаб из домашней птицы подают здесь? Наверное, я не знаю. Ну, так это ж здорово. Ну да, здорово. Это тебе. Я так и поняла. А ты чего? Я? Ничего. Прости, пожалуйста, я могу задать вопрос? А, ты об этом. У аварии 3 года назад, ну ничего не поделаешь. Я первое время составляла хит-парад диких вопросов, типа, ты что, инвалид? Да, инвалид, а ты что, не видишь, что ли? Да нет, я не в этом смысле. А, ты же врач, да, Лёш, точно, я забыла. Нет, 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 кирдык, уже ничего не поможет. Ну, Лёш, да не страшно, ты только подумай, у скольки людей на земле положение гораздо хуже, чем у меня, так что все отлично.
выпускной курс. В следующем году буду юристом. Здорово. Ты молодец. Так что, мы идем? Я голодная. А, да, конечно. Ну, так? Только я сейчас отвечу на звонок. Да? Алло. Лимузин прокат слушает. Здравствуйте, это Баженов. А, да, Алексей. А, лимузин на сегодня я заказывал. Не нужно. От меня? Да, отмена. Так, а... Спасибо. Ну ты там скоро? Да. Держись. Да, держусь. Оп. Слушай, здесь так. Так. Здорово, что в ресторан, а не в кино опять. А то каждый раз приходится друзей напрягать. Принеси, отнеси, усади, подними. Еще придумай, куда эту бандуру деть, чтобы не сперли. Ух ты! Какая музыка красивая. Слушай, а потанцуй со мной. Лёш, ну ты чего? Ты что, юмора не понимаешь? Ну какое потанцуем? Ладно. Ну что, будем заказывать что-то? Да, конечно. Можно вас? Да не за что. Если не позвонишь, я пойму. Давай я помогу. А я проведу тебя. Нет. Дальше я сама. Спасибо. Хорошо. Бедная девчушка. Тяжело тебе, небось, с ней, парень. Но ты молодец, я так не смог бы. Вот это любовь. Привет, мам. Боже ты мой! Да неужели? У тебя что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Родителей не могу проведать. Ага. А папа? А он. Нравится? Безумно. А... Триптих? Лёш. Давно нарисовала. Лёш, ты чего? Ты же видел. Видел? У тебя что-то случилось? Не, ничего не случилось. Просто не помню. Держите. Верь. Ух ты! Лёш. Я потом заберу, чё, да? Ты мне не нравишься. Спасибо вам.
встревоженный какой-то. Что там? Сынуля! Привет, пап. Привет, Лёшка. Оцените. Хороший портрет. Думаешь? Отличный. Глаза. Ты только глянь. Лицо. Невероятно. Какая все это мука. Только что нарисовал. Бедная девочка. Такая молодая. Ужас. Да я вообще не вижу никаких проблем. Столько случаев счастливой жизни у таких людей. Пап. Она почему портрет не забрала? Не понравился. Как раз наоборот. Очень даже понравился. Просто сказала, что не хочет изменять, поэтому приедет, в следующий раз заберет. Господи! Ладно, я понял, что у вас все хорошо. Я пошел, пока. Что это с ним? Лех, ты больной? Кто ж тебе в таком деле советом поможет? Новое пирожное придумать? Все извилины в мозолях, а тут такое дело. Ну, моть. Ну все же. С первого класса ты из меня кровь пьешь. Ладно. Ну, инвалид, крошка. Ну, не ходит. В этом деле, брат, ноги не самое главное. Извините. Для дегустации все готово. Окей, зови. Заходим, ребят. Пока. Отстань, Лех. Все. Давай будем пробовать. Дегустировать. Пробуй. Хирург спас более сотни намибийских детей. Алло. Аль, привет. Это я. Привет. Все-таки позвонил. Ну, конечно. Слушай, я подумал, может... Может, мы встретимся? Можно. Завтра. Давай. Давай завтра. Да, договорились. До завтра, да. Пока. Пока. Кит, привет. Привет. Нужна твоя помощь. No problem. Аль! Thank you.
Никит, мы на месте. Да, все в силе. Вот здесь налево. Марку? Да. Забавно. Что забавного-то?